члены жюри и участники. Меня зовут Пугачева София, я ученица 1 класса. Этим летом я нашла куст. На одном из листочков я увидела что-то твёрденькое. Мне мама подсказала, что это кокон бабочки. На следующий день я пришла проведать эту куколку и увидела, что куколка была пустая. Мне стало немножко грустно, что я не увидела, как бабочка родилась и какая она на самом деле. Так родилась идея моего проекта. Итак, тема моей работы – тропическое чудо дома. Итак, объект изучения бабочки. Предмет изучения – условия, необходимые для поведения бабочки. Целью работы – узнать, можно ли разводить бабочек в домашних условиях. Для достижения цели нужно выучить следующие задачи. Они представлены на слайде. Гипотеза. Бабочек можно разводить дома, соблюдая определенные условия. Продуктом моего проекта стала мини-ферма для разведения бабочек и памятка к ней. С помощью их любой ребенок сможет разводить бабочку и ухаживать за ней. По книгам я узнала, как появляется бабочка. Сначала бабочка откладывает яйца, потом из яйца выпрямляется гусеница. Потом гусеница превращается в куколку, и из куколки выпрямляется бабочка. А еще я узнала, что бабочек существует более 200 000 видов. Эта бабочка, полиноглазка атласкапус, считается гигантской среди бабочек. Размах крыльев достигает около 25 сантиметров. Эта бабочка, Грета, она переводится на русский как стеклянная. Эта бабочка знаменита всей России по линии глаз. Эта бабочка прикольна, она отличается от всех бабочек тем, что она вибрирует. Меня заинтересовала эта бабочка, Морфопеида. Она считается королевой среди бабочек из-за ее красоты. Мы заказали ее куколки через интернет. Эти бабочки родом из тропиков, где климат влажный и очень теплый. Поэтому место я выбрала возле батареи, а влажный будет поддерживать увлажнитель воздуха. Колыбелька для моей бабочки стала стеклянная банка. Куколку я подвесила на веточку, чтобы бабочка не поломала свою крышку, я подстелила мягкую подстилку. Набрав терпение, я ждала рождения чуда. Через 2 дня бабочка родилась, и мы сумели заснять это все на видео. Сейчас вам